Организатор проекта – жилой комплекс «Ярославский», поселок Ивники. Квартиры на любой вкус, различные планировки, развитая инфраструктура, транспортная доступность, индивидуальное отопление. ЖК «Ярославский». Квартиры с индивидуальным газовым отоплением. 33-22-00. В эфире Первого Ярославского большая премьера. Специальный проект этого лета, информационный опен-эйр. И я, Александра Панкратова, предлагаю посмотреть на самые заметные события этой среды с высоты. Мы работаем в поселке Ивники и коротко главные темы. После эвакуации 600 детей решена судьба детского лагеря «Черная речка». Какой вердикт вынес суд? В ожидании новоселья. Вот должен был быть домов в декабре 2015 года, поэтому графика у нас есть претензии. Ход строительства новых домов для переселенцев из аварийного жилья сегодня проверила специальная комиссия. Началась реконструкция стадиона «Шинник». Появится запасное поле искусственное. Как преобразится поле черно-синих, расскажу совсем скоро. Итак, начинаем. Деятельность детского частного лагеря «Черная речка» приостановлена на 30 суток. Такое решение вынес Рыбинский районный суд. Напомню, накануне 600 детей эвакуировали из-за 5 заболевших. Затем заболевших стало 11. По результатам проверки областного Роспотребнадзора выявлены бактерии группы кишечных палочек. Более того, ведомство располагает сведениями и о других нарушениях. И продолжаем выпуск. Новостройки для переселенцев из аварийного жилья. Сегодня областная комиссия инспектирует ход строительства новых домов. Когда ждать новоселья, знают мои коллеги. В новостройке в поселке Кузнечиха в залитых солнечным светом квартирах вот-вот начнут клеить обои. Строительство двух домов вышло на финишную прямую. Были трудности, здесь же два озера было, поэтому утонуть можно с такой погодой еще в этом году. Давно бы уже сделали бы, если бы погода не позволила бы. В домах 69 квартир, почти в половину из них въедут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Этого события люди ждали больше 4 лет. Деньги на улучшение жилищных условий были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Отмечу, расселение ветхих и аварийных домов – одна из главных задач, которую ставит глава региона Дмитрий Миронов перед областным правительством. Реализуется специальная адресная программа. С радостью могу сказать, что эта задача будет выполнена в срок. Правительство Ярославской области уделяет огромное внимание, это стратегическая для нас задача, переселение людей из ветхого и аварийного жилья. На особом контроле качества жилья за этим следит специальная комиссия. Она тоже создана по инициативе исполняющего обязанности губернатора. Отмечу, строительство нового жилья дело не ограничивается. В Кузнечихе обещают протянуть новую канализацию и сети водоснабжения. Существующие сети уже не справлялись с новым строительством, а будущие сети строятся на перспективу и дальнейшего развития данного поселения. Значит, причем я могу сказать, что ориентировочная стоимость от порядка 70 миллионов вложений инвестора, и будут построены достаточно протяженные сети. Строительство домов должны закончить к началу августа. Вопрос расселения ветхого и аварийного жилья в Ярославской области сегодня обсуждался на заседании в правительстве. Там работала моя коллега Юлия Михайличева. Юля, тебе слово. Георгий, приветствую. Да, действительно, сегодня в правительстве области обсуждалось завершение региональной адресной программы по переселению людей из аварийного жилого фонда, признанного таковым еще 5 лет назад, то есть до 1 января 2012 года. Всего программа рассчитана на 4 года и завершится уже к 1 сентября. Область взяла на себя обязательство за 4 года расселить из аварийного жилья более 9,5 тысяч человек, а конкретно это 9500
63 семьи. Городской округ, город Ярославль, является самым крупным участником региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. С начала действия программы мы переселили, расселили порядка 62 тысяч квадратных метров и улучшили жилищные условия для более чем 4 тысяч человек. В этом году на реализацию проекта выделено около 560 миллионов рублей. По данным на 1 июля, в регионе в рамках программы расселили более 119 тысяч квадратных метров. По сообщению представителя Департамента строительства Ярославской области, осталось расселить 2000 человек. Это, соответственно, около 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время заключены контракты на расселение 1562 человек. Проблемным вопросом является незавершенное строительство жилых объектов, которые попали в так называемую красную зону, а именно Рыбинский муниципальный район, поселок Октябрьский, Пошехонский муниципальный район. На заседании отметили муниципальные районы, в которых программа реализуется наиболее успешно, и расселение идет даже с опережением плана. В Ярославском регионе это Угличский и Тутаевский районы. По городу Тутаев было приобретено 13 квартир на сумму 19 миллионов рублей, площадь 539 квадратных метров. Это последние два дома, признанные ветхими и аварийными в городе до 1 января 2012 года. В апреле этого года состоялась торжественная церемония вручения ключей. В поселке Константиновский идет строительство дома на 32 квартиры. Таким образом, четвертый этап программы по району мы успеем и выполним в срок до 1 сентября. Да и в целом по области отметили на заседании, программа идет по плану. И до осени будут расселены люди из всех аварийных объектов, признанных таковыми до начала 2012 года. Это дает области реальный шанс получить в следующем году финансовую поддержку из федерального центра на реализацию программы по переселению уже в следующей очереди объектов из аварийного жилого фонда. Юлия Михайлычева, Георгий Колчин, Денис Сахаров, Денис Лосев. День в событиях. «Сбавь скорость, сохрани жизнь» – акция под таким названием состояла сегодня в нашем регионе. Главная цель – привлечь внимание к такой проблеме на дорогах, как несоблюдение скоростного режима. Ведь именно это нарушение провоцирует множество дорожно-транспортных происшествий. К мероприятию присоединился мой коллега, водитель со стажем и автор проекта «Автопро» на Первом Ярославском Юрий Кораблев. Мы призываем вас снижать скорость не только, где есть ограничения, но и даже разрешенную скорость тоже снижать для того, чтобы было безопаснее ездить нам всем на дорогах. Разбитые вдребезги «Жигули» как напоминание о последствиях быстрой езды. Взгляды проезжающих по Костромскому шоссе автолюбителей привлекает эвакуатор с раскуроченной «Ладой». Словно постамент машину возят по дорогам Ярославской области. В этот раз демонстрируют на полицейском посту в поселке Туношна. Превышение скоростного режима. Чем оно чревато? Чревато созданием аварийной обстановки, дорожно-транспортных происшествий. При этом страдают люди. При поддержке регионального правительства акция «Сбавь скорость, сохрани жизнь» идет на территории всей области. Участники и активисты интенсивно работают с нарушителями правил дорожного движения. Как правило, хватает профилактической беседы. К сотрудникам ГИБДД присоединились общественники и байкеры. Поддержать, чтобы автомобилисты скорость не превышали, не нарушали правила дорожного движения. Сама являюсь водителем и достаточно осторожно отношусь всегда к режиму скоростному на трассе. Иногда действительно мы выезжаем на дорогу такую свободную, хочется разогнаться, но именно та забота и внимание, как бы, которое должен проявлять водитель, думая не только о себе, но и окружающих. Многие водители соглашаются с доводами автоинспекторов. Люди расписываются на предупреждающем плакате. Общественники делятся специальными памятками о соблюдении правил дорожного движения. Автоинспекторы раздают цветные газеты. И к другим темам. За качественную воду — такова главная цель объединения водоканалов региона в единую систему. И сегодня был решен вопрос о передаче Ярославского водоканала в областное подчинение. Заседание муниципалитета. Павел Волков. Первым и главным в повестке заседания муниципалитета стал вопрос о передаче Ярославского водоканала в областную собственность. Еще в декабре прошлого года региональная дума приняла закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Большинство водоканалов не могут провести модернизацию оборудования и капитальный ремонт сетей. На некоторых реконструкция не проводилась с момента постройки. Ярославский водоканал не исключение. У всех на слуху знаменитый Суринский коллектор. К нему присоединены больше 20 предприятий. По огромной трубе они сбрасывают в Волгу неочищенные стоки. Удалось найти компанию, которая готова за свой счет построить очистные сооружения,
в обмен на то, что будет подписано концессионное соглашение. Земельный участок уже есть. Строительство планируют начать в следующем году. В Ярославле проложено около 2000 километров канализационных и водопроводных труб. А еще насосные станции, очистные сооружения, системы водозабора. Все это большое хозяйство обветшало на 80%. На реконструкцию требуется порядка 15 миллиардов. Местному бюджету такую сумму не потянуть. Считаю, что движение, то, которое началось, оно правильное. Решение, которое мы будем принимать, о чем сейчас доложил Сергей Валерьевич и Виталий Владимирович, оно правильно, и прошу депутатов это учесть и при голосовании поддержать. Чуть ранее свой выбор сделали депутаты Рыбинска. Они поддержали передачу водоканала области. Их ярославские коллеги также отдали большинство голосов за инициативу правительства региона. Для того, чтобы участвовать в проектах финансирования, в том числе подавать проект в банки, чтобы они рассматривали свое участие в финансировании, требуется консолидировать все активы. Вот, поэтому это единственное возможное решение. На развитие и реконструкцию областной системы водоснабжения и канализации потребуется примерно 50 миллиардов рублей. Часть средств можно привлечь по федеральной программе «Чистая Волга». По ней Ярославской области планируют выделить около 30 миллиардов рублей. Еще одно важное решение муниципалитета – увеличение бюджета города на 2017 год. Павел Волков, Денис Сахаров. День в событиях. Итоги работы областного единого информационно-расчетного центра подвели сегодня на брифинге. Я напомню, главная цель новой системы – сделать платежи максимально прозрачными, а обслуживание в сфере ЖКХ вывести на принципиально новый уровень. И самое главное, глава региона поставил задачу не допустить роста стоимости платежей. Эта цель была достигнута, о других результатах прямо сейчас. Сформировано уже достаточно мощное лобби, которое противодействует в каждом муниципальном, практически в каждом муниципальном районе. Не было проблем у нас только в Тутаевском районе, где, в принципе, прохождение всех процедур и начало выставления единого платежного документа заняло порядка около месяца. И, соответственно, сейчас единый платежный документ в Тутаевском районе выставляется практически со 100% покрытием всех услуг, за которые приходится платить населению. Ну, отсюда и результат. Собираемость там в районе 98%, а то и выше процентов. То есть вот там, где это удалось сделать в полном объеме, там эта идея и реализовалась в полном объеме, и есть хороший результат. В других муниципальных образованиях мы не можем похвастать тем, что мы сейчас выставляем единый платежный документ. То есть есть, ну, по крайней мере, вот по 3-4 видам услуг есть покрытие 100% в области. По, ну, в частности, там по фонду капитального ремонта, по ТНС Энерго. В целом сейчас мы достигли примерно, наверное, 40-45% собираемости услуг от населения по всему сектору ЖКХ. В планах на этот год все-таки добиться, ну, 100% реализации этой задачи. О том, чтобы не допустить рост стоимости для населения платежей, была выполнена. Там, где мы собираем расчеты, у нас население платит без комиссии. То есть предоставлен достаточно широкий механизм возможности оплаты без комиссии. У нас основание сложилось в городе Рыбинске, в городе Ярославле. Но если с Рыбинском мы вопрос по считаем практически завершенным, вопрос по начислениям по ресурсоснабжающим организациям, то в городе Ярославле мы планируем его также закрыть в течение там нескольких месяцев. На сегодняшний день, да, существует такая проблема по льготополучателям, но в следующем месяце она будет устранена, все льготы, которые должны быть выплаты, люди получат. В среднем это 8 тысяч человек, которые должны получить льготу именно по фонду капитального ремонта. Это вот граждане, которые достигли 75-80 лет. Итак, вы смотрите специальный проект Первого Ярославского, информационный Open Air. Сегодня мы работаем на строящемся жилом комплексе Ярославский. Это загородное жилье с городским комфортом и красивым пейзажем. ЖК Ярославский. Шестиэтажные дома с грузопассажирскими лифтами. 33-22-00. Ярославль футбольный. Наш город начал подготовку к чемпионату мира по футболу. Мундиаль состоится летом следующего года. Отмечу, сразу два стадиона в Ярославле станут тренировочной базой для одной из команд-участниц. Реконструкция Шинника уже началась. Об этом прямо сейчас.
Вместо специального покрытия – строительная техника и грунт. На основном поле стадиона «Шинник» полным ходом идет первый этап реконструкции – демонтаж растительного покрытия и снятие старых труб отопления. Уже в августе здесь появится совершенно другое поле с новой системой орошения и подогрева. Это поле мы сдаем только в мае следующего года при комиссии ФИФА, которая будет его принимать. И здесь команда сможет играть только уже после чемпионата мира. Новое поле должно соответствовать стандартам не только Российского футбольного союза, но и стандартам ФИФА. При разработке проекта были учтены и пожелания основных пользователей, спортсменов футбольного клуба «Шинник». В частности, обещали решить проблему угловых ударов. Дорожка, шаг, и подавай мяч. Для футболистов это определенные неудобства. Ну, вроде бы сказали, что будет увеличение размеров поля и, соответственно, зона подачи угловых также будет увеличена. Проблема с недостаточным дренажем поля также будет решена во время реконструкции. Что касается подогрева, уже в августе после завершения работ по укладке новой системы подогрева и орошения поле будет полностью обновлено. По заверениям подрядчика, к весне глобальных изменений в покрытии не произойдет. Будет соответствующий уход за полем, то есть здесь будет включен подогрев, уход за полем. Никаких проблем, я думаю, не возникнет. Болельщики могут быть спокойны. Одновременно продолжается реконструкция запасного поля. Старое жесткое и травмоопасное покрытие будет демонтировано и заменено на современный качественный аналог. Благодаря взаимодействию с Российским футбольным союзом и договоренности губернатора и Виталия Леонидовича Мутко нам выделили само покрытие последнего стандартное. Очень хорошее качественное поле, которое будет уложено. Я думаю, в октябре мы получим искусственное поле, на котором команда сможет играть. Кроме смены покрытия, будут установлены дополнительные трибуны на 3000 мест. Отдельная разминочная зона, а в ФОКе появятся зоны раздевалок, пресс-центр и административные и судейские помещения. Особое внимание безопасности. Болельщик, придя на стадион, не будет думать о своей безопасности, так как о безопасности уже подумали при проектировании данного проекта, а будет наслаждаться матчем. Сейчас все работы идут по плану. Уже осенью команда сможет оценить новое искусственное покрытие на запасном поле. А в следующем году на полностью обновленном стадионе «Шинник» начнется совсем другая игра. Наталья Полуянова, Денис Сахаров. День в событиях. Международный кинофестиваль «В кругу семьи» продолжает свою работу в нашем регионе. В насыщенную программу окунулась моя коллега Дарья Смирнова. Лучшие фильмы из 15 стран мира, интервью со звездами театра и кино – все это в специальной рубрике «Первого Ярославского», «Дневник фестиваля», ежедневно в 21:20. Я отмечу «Первый Ярославский» генеральный информационный партнер. Самые яркие моменты очередного дня фестиваля прямо сейчас. «Влюбленные учителя» – документальная кинолента Азимы Абдумаминовой, супруги народного артиста России Алексея Петренко. Картина иллюстрирует уникальную школу, в которой уже 25 лет существует собственная методика образования. Образование наших детей – это наша основа, это наше будущее. От того, какое мы подготовим поколение, насколько оно будет здоровым, творческим, благодарным, преданным нашей России, настолько у нас будет крепкое и мощное государство. Проблемы образования обсуждались и в рамках круглого стола на тему будущего российской школы. Как заинтересовать подростков получать новые знания и дать понимание школьникам, зачем нужно посещать занятия. Эти и многие вопросы были подняты на повестку дня экспертами со всей страны. Школа тоже вынуждена найти этот ответ, иначе дети из них просто сбегают, реально сбегают. Либо родители их уводят, такое бывает, да, либо дети в смартфоне сидят вместо того, чтобы сидеть в школе, даже если они там физически находятся. Вот это сбегание из школы сегодня серьезный вызов для школы. Как устроена жизнь курсантов и кадетов российских военных училищ, показано также документально. 43 работы о жизни в казармах полностью меняют представление зрителей о военном строе и их строгих правилах. Фильмы, снятые кадетами со всей страны, были показаны на фестивале «Кадетский взгляд». И только часть из них оказалась в кругу семьи. Так как общенациональная программа «В кругу семьи» очень тесно сотрудничает и помогает, работая с Министерством внутренних дел, и с Министерством обороны, и с МЧС, и с спецслужбами, мы делаем специальные показы фильмов, мероприятия благотворительные. Естественно, и сегодня фестиваль не прошел без конкурсной программы. «Навеки вместе» – картина о женщине, семья которой находится на грани развала. Ее дочь – патологическая лгунья, а муж уходит от проблем, работая каскадером в малобюджетном кино. Режиссер картины Нина Лужите рассказывает, такие фильмы нужны современному обществу, ведь они про всех нас.
Этот фильм про простую семью, у которой все нормально, но в их отношениях друг с другом проблемы. Они как-то не могут найти контакт друг с другом. Впереди еще половина конкурсной программы. Жюри предстоит оценить около 10 детских и взрослых кинокартин. Все самое интересное смотрите только на Первом Ярославском. Дарья Смирнова, Денис Ромашов. День в событиях. В эфире Первого Ярославского премьера, специальный проект этого лета, информационный опен-эйр. И я, Александра Панкратова, предлагаю посмотреть на самые заметные события этой среды с высоты. Сегодня мы работаем в поселке Ивняки. После рекламы продолжим. И вот что вы увидите во второй части выпуска. Ремонт дорог инспектируют. Я вас уверяю, что работы будут проверяться. Комиссия сегодня нагрянула на улицу Орджоникидзе. Какие претензии к работе? Стал известен календарь игр Ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ. Кто наши соперники? Об этом после короткой рекламы. ООО «Субпаритет» нам 10 лет. Лучше в ЖКХ. Юристов мало. Пача 76. Сауна 1000 рублей час. 331-0-31. Ярославская ярмарка приглашает к сотрудничеству предпринимателей. Сдаем в аренду торговые площади. Углический рынок. Углическая 4А. Большая модница представляет новую коллекцию женской одежды от 52 до 66 размера. Модные оттенки, натуральные ткани и всегда большой выбор. Ждем вас на Большой Октябрьской, 34, в магазине «Большая модница». ЖК «Ярославский». Шестиэтажные дома с грузопассажирскими лифтами. 33-22-00. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Ярославский радиозавод приглашает на работу регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, инженеров-конструкторов. Телефон отдела кадров 42-63-42, 42-63-42. Хорошие новости от «Экогород». Старт продаж нового строения от 40 тысяч рублей за метр. В наших домах уже живут счастливые семьи. Звони 33-33-62. Дорогие родители, приглашаем вас и ваших детей на школьный базар в текстильный центр «Рио». Соберите ребенка в школу, не переплачивая. Все для школы по фабричным ценам. Текстильный центр «Рио» на Тутаевском. Школьный базар. Это информационный опен-эйр на Первом Ярославском, и мы продолжаем. Губернаторский проект «Решаем вместе» в действии. В Некрасовском районе началось строительство детских игровых и спортивных площадок. К обустройству территории привлекли и местных жителей. Как они помогают, разбирались мои коллеги. Этот детский городок в парке «Юбилейном» возник буквально на пустом месте. Теперь здесь есть все для спорта и отдыха. На площадку приходят как семьи с маленькими детьми, так и подростки. Хорошо тут. Деткам полазать, взрослым позаниматься можно. Конкретно вот надо площадки. Поставили спортивные вот эти турникеты здесь, значит, и поставили площадочку вот эту спортивную тоже для детей, чтобы ну, было и можно и просто поиграть, и спортом позаниматься. Полезно с приятным. Жители рассказывают, в создании городка принимали активное участие, косили траву и убирали мусор на поляне. А на этой площадке в поселке Некрасовское было установлено два новых элемента. Теперь дети могут отправиться в фантазийное путешествие на корабле или вертолете. Мы попросили администрацию, чтобы нам увеличили, потому что детей очень много, и они нам вот недавно поставили новые два элементика. Игровые и спортивные площадки в Некрасовском районе преображают по губернаторскому проекту «Решаем вместе», который реализуется при поддержке партии «Единая Россия». В рамках проекта здесь обустраивают скверы, ведут расчистку прудов и колодцев. В целом благоустроить намерены 31 объект, все за которые голосовали сами жители. Основную часть работ планируется закончить до середины августа, то есть в первой половине. И наши жители непосредственно участвуют в исполнении данных проектов своим собственным трудом, то есть тоже вносят посильный вклад. Полностью завершить работу на всех объектах в Некрасовском районе планируют к 1 октября. Виктория Семенкова, Денис Ромашов. День в событиях. Продолжаем выпуск о других заметных событиях этой среды коротко.
Первый объект реконструкции зоны ЮНЕСКО в Ярославле готов. Рабочие завершили ремонт ограды губернаторского сада. Сегодня межведомственная комиссия оценила преобразившийся объект. Решетки покрашены, опоры восстановлены. Совсем скоро завершится ремонт на фасаде губернаторского дома. На работы понадобилось порядка 6 миллионов рублей. Деньги выделили после соглашения главы региона Дмитрия Миронова с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Всего на реконструкцию зоны ЮНЕСКО Ярославль получил 600 миллионов рублей. На эти деньги восстановят 50 объектов. Сейчас работы уже идут в церкви Ильи Пророка. Приступили к фасадным ремонтным работам по церкви Ильи Пророка. Также уже выставлены леса и внутри церкви Ильи Пророка, и начаты работы по консервации монументальной живописи. Асфальт, уложенный в дождливую погоду, подрядчики обязаны заменить. Сегодня на улице Серго Орджоникидзе работали не только дорожники, но и специальная комиссия, общественники и представители агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля. Именно на этой улице подрядчика обязали заменить 150 квадратных метров асфальта, положенного в дождь. Отмечу, о нарушениях в дорожных работах может сообщить каждый. Нужно лишь зафиксировать его на фото или видеокамеру и обратиться в мэрию. Одно из таких обращений поступило по ремонту дороги на Урицкого. Более того, переделать некачественно выполненную работу подрядчиков уже обязали и на Гудаванцева, и на Космонавтов. Отмечу, контроль качества ремонтных работ проводится в рамках президентской программы и является приоритетной задачей для руководства города и области. Работы будут проверяться и контролироваться в соответствии с необходимыми ГОСТами, документацией и требованиями к этой дороге. Значит, все заявления жителей, все заявления общественников, которые очень внимательно относятся к процессу производства работ по всему городу, мы анализируем, даем им какую-то оценку правовую. Еще одно обращение от жителей по состоянию дорожного полотна поступило с улицы Спартаковская. Там сегодня состоялась встреча общественников с представителями мэрии Ярославля. Стоит отметить, что инициатором диалога стал руководитель одного из крупных предприятий резинотехники. На нем трудится около 70% жителей района. На призыв откликнулись и уже нашли решение проблемы. Эту проблему решим совместно. Завод возьмет этот вопрос на контроль. То есть мы не выступили и забыли. Я сам лично буду этот вопрос контролировать, как что делается. Если не будет делаться, буду задавать вопросы, обращаться в администрацию с вопросами, почему это не делается. Но я обещаю активно в этом процессе участвовать. В рамках государственной программы развития здравоохранения в регионе будет введен новый вид медицинской помощи. На базе Ярославской областной онкологической больницы откроется кабинет врача паллиативной помощи. Это комплекс медицинских вмешательств, направленный на избавление от боли и других тяжелых недугов у неизлечимо больных онкологических пациентов. Амбулаторный прием пациентов начнется уже в этом месяце. Мы будем на сегодняшний день на амбулаторном этапе помогать самим пациентам, давать консультации для пациентов, оказывать помощь, в том числе и, возможно, психологическую, и родственникам пациентов, потому что порой неизвестно, да, что делать, как делать с достаточно тяжелыми пациентами, которым нужна помощь, нужно обезболивающее лечение, нужна иногда поддержка. В дальнейшем, я думаю, что с Нового года мы сможем оказывать этот вид помощи в стационарных условиях, и я надеюсь, это поможет улучшить помощь и качество жизни пациентов данной категории. В эфире Первого Ярославского специальный проект этого лета информационного ОПНР. Картину дня дополнит обзор криминальных новостей. Оставайтесь на Первом Ярославском. Дом, в котором вы найдете любую мебель. Два этажа мебели, мягкая и корпусная, в наличии и под заказ. Мебельный салон «Любимый дом», поселок Прибрежный, дом 21А. В Ярославском областном суде начали рассматривать дело о жестоком убийстве жительницы Углича. В преступлении обвиняют ее сожителя. По материалам дела, в ходе ссоры мужчина облил женщину бензином, после чего поджег. Теперь подсудимый может сесть в тюрьму до конца жизни. Позиция моего подзащитного носит частично неопределенный характер. Те показания, которые были даны в рамках предварительного следствия моим подзащитным, частично он их подтверждает, а частично он
отказывается. На год и 10 месяцев отправится за решетку виновник аварии в Брагино. В сентябре прошлого года мужчина сел за руль в нетрезвом виде и сбил двух женщин на остановке общественного транспорта. Подсудимый вину признал частично, утверждал, сел в машину трезвым и даже предоставил медицинскую справку, но расследование показало, документ поддельный. Суд назначил чуть меньше 2 лет лишения свободы, наказание мужчина начал отбывать в колонии-поселении. Кроме того, в ближайшие 3 года ему будет нельзя садиться за руль. И успешная операция ярославских полицейских. Сыщики поймали мужчину, укравшего деньги из женской сумки. По материалам дела, на рынке на Перекопе подозреваемый незаметно подошел к 70-летней женщине и вытащил кошелек. Пропажу пенсионерка обнаружила не сразу. В руках злоумышленника оказались почти 1500 рублей. Также полицейские доказали причастность мужчины еще к одной краже. Сейчас рассматриваются версии о причастности его и к другим эпизодам. Если вы видели этого человека, звоните в полицию. И еще одна новость. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» состоялось торжественное открытие 2-й смены. Она объединила художников, скульпторов и искусствоведов со всей России, в том числе из Ярославской области. Что интересно, впервые к образовательной программе присоединились фотохудожники. И сегодня на площадке начали работать творческие школы. Их главная задача – помочь молодым людям создать свой проект и тем самым раскрыть творческий потенциал. И в продолжении нашего выпуска о спортивных событиях, это информационный опен-эйр на Первом Ярославском, не переключайтесь. Стал известен календарь игр Ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ. Регулярный чемпионат стартует 21 августа, завершится 1 марта после Олимпиады. Причем пауза во время игр будет самой большой в истории КХЛ – 33 дня. В сезоне каждая из команд проведет по 56 матчей. «Локомотив» стартует 23 августа с серии из 4 домашних поединков против ЦСКА, Слована, Йокерита и Витязя. Завершат регулярку железнодорожники и опять домашней игрой против столичных армейцев. А 3 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина. Телеканал «Первый Ярославский» покажет все домашние матчи «Локомотива» и большинство выездных. Под Рыбинском идет строительство биатлонного комплекса. На территории центра лыжного спорта Демина через 2 года появится уникальная тренировочная и соревновательная база, региональный центр по лыжным гонкам и биатлону. Стоимость проекта – 100 миллионов рублей из бюджетов 3 уровней – федерального, областного и местного. Строительство комплекса разделено на 2 этапа. До конца этого года возведут биатлонное стрельбище, смонтируют стену из пуленепробиваемого стекла и оборудуют помещение для хранения оружия и патронов в цокольном этаже пресс-центра. В 2018 году запланировано установить наружное освещение, систему искусственного оснижения, выполнить реконструкцию лыжетроллерной трассы и продлить лыжную трассу биатлонного комплекса. Строительные работы идут согласно графику. И ярославские лыжероллеры взяли медали на чемпионате России в Воронеже. В первый день соревнований прошли гонки с раздельным стартом. У мужчин на дистанции в 20 километров бронзовую медаль завоевал представитель Ярославской области Алексей Смирнов. Чуть-чуть не хватило до попадания в первую пятерку Никите Храброву, он 6-й. Успешнее своих земляков выступила Светлана Николаева в гонке на 17 километров. Она взяла серебро, уступив лишь на финише 1-е место Ольге Михайловой из Твери. Такое была эта среда. Далее главные ее кадры без комментариев и прогноз погоды. Но я еще раз напомню, что в течение этой недели о главных событиях региона мы будем рассказывать с высоты. Мне остается лишь добавить, что выбирая жилой комплекс Ярославский в поселке Явники, вы получаете хорошие условия для проживания. 2 детских сада в шаговой доступности, школу, оздоровительный центр, магазины и хорошую транспортную доступность. Оставайтесь на Первом Ярославском. ЖК «Ярославский». Для ваших детей детские сады, школа ФОК. 33-22-00. Городская жизнь в экологически чистом районе со всей необходимой инфраструктурой. Жилой комплекс «Ярославский» в поселке Явники – это в первую очередь качественное жилье для практичных людей. Более того, окруженный природой при хорошей транспортной доступности. К строительству комплекса приступили в начале 2017 года. Мы решили делом поддержать слоган «Покупай наше».
это послужило и отправной точкой в выборе названия ЖК «Ярославский», и также в выборе поставщиков и производителей строительных материалов. Все они расположены в городе Ярославле. Комплекс состоит из 3 шестиэтажных домов. Каждый рассчитан на 60 квартир. Дома оснащены грузопассажирским лифтом и индивидуальной системой отопления. Свыше 10 видов планировки. Самая просторная 3-комнатная квартира общей площадью в 74 квадратных метров. Привлекательный вид за окном, кроме красивых пейзажей, комплекс предполагает благоустроенную придомовую территорию. Здесь будут установлены безопасная детская площадка, цветники и контейнеры для сбора мусора. И, конечно, во дворе разместится парковка для автомобилей. Кроме того, в шаговой доступности все элементы инфраструктуры. 2 детских садика, школа, больница, хоккейный корт, ФОК, магазины и остановки. Сдача первого дома намечена на конец 2017 года. 2/3 квартир уже проданы. Поторопитесь. Здравствуйте. Погода в регионе начал формировать антициклон, который принялся рассеивать облака, на что незамедлительно отреагировали повышением и температурные показатели. Каким ожидается четверг, узнаем совсем скоро. Лавль – жемчужина Золотого кольца. Это надо видеть и видеть без проблем. Офтальмологический центр «Идеал» предлагает гостям города лазерную коррекцию зрения с персональным сопровождением и скидками в гостинице. «Идеал» – качество, доступное в цене. 72 12 18. ЖК «Ярославский». Квартира с индивидуальным газовым отоплением. 33 22 20. В четверг в Ярославле пасмурная погода продержится весь день. Днем ожидается дождь, воздух прогреется до 19 градусов. В Рыбинске 13 июля пасмурно, дождь. Столбик термометра остановится напротив отметки 18 градусов. На юге области, в Ростове и Переславле, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха составит 19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 82%.